Благотворительный легкоатлетический марафон «Забег ради жизни» спустя 15 лет после основания вновь возвращается в наш город. Изначально спортивный флешмоб создали для помощи ВИЧ-инфицированным, но в этом году собранные деньги направят на покупку дыхательного аппарата в детскую больницу. Помимо пробега, организаторы обещают и много полезных проектов в рамках мероприятия. В рамках этой акции будет проходить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. То есть желающие буквально за 5-10 минут смогут узнать статус своего здоровья относительно ВИЧ-инфекции, смогут проконсультироваться. То есть вот таким образом, кроме этого, будут проходить флешмобы, будут танцевальные выступления. Благотворительный забег пройдет в парке Шевченко 1 октября возле ракушки. Начнется марафон в 10 утра и продлится 4 часа.